Итак, приступаем к осмотру нашей покупки. Вчера заказали, вечером буквально. И сегодня утром уже можно было забирать. Такой мы себе гриль приобрели. Я еще раз повторюсь, в связи с карантином хочется чего-то вкусненького. Будем на балконе завтра готовить себе там шашлыки и все остальное прочее. Я уже кореечку купил, может быть, даже засниму это все дело. Значит, это производитель Китай, регистрация бренда Польша. Что, он 2000 ватт, значит, автоматическая регулировка температуры. Легко чистится противопригарное покрытие, термоизолированная ручка и корпус. 2000 ватт, я говорил, от обычной розетки работает. Крышка открывается на 180 градусов, то есть по идее, в принципе, можно готовить и тут одновременно. Ну, в принципе, для того, чтобы быстрее было, можно закрывать и, соответственно, готовить лаваш, мясо, овощи, грибы. Завтра будем пользоваться, пробовать. Вот такая вот коробка, такой гриль. Сейчас мы его с вами вместе откроем и посмотрим, что там есть. Конечно же, естественно, есть у нас чек об оплате, гарантийка, гарантийный талон. Это, не знаю, наверное, для соусов для каких-то. Почитаю потом отдельно в инструкции. Все хорошо запаковано. Ага, вот внутри есть еще инструкция у нас. Что у нас тут? Контактный гриль на английском языке. Сейчас посмотрим, может быть, на русском есть или на украинском. Да, есть на русском контактный гриль. Что-то тут еще есть. Не будем дальше. Указания по безопасности, технические данные, как пользоваться грилем. Так, максимально на 180 градусов. Лоток грильный... А, это лоток для масла. Положить гриль на столе, лоток для масла установить на дно гриля, чтобы сюда жир, короче, стекал специально. Это очень, кстати, полезная функция. Почему? Потому что жир, который остается, если он там внутри остается, то мясо начинает париться, вместо того, чтобы жариться и, так сказать, нормально готовиться. Вот. Небольшое количество дыма, готовка. Рецептов тут, по ходу дела, нету. А, нет, есть как приготовить на гриле мясо. По рекомендации по противопригарному покрытию. Есть и хранение. Ну, стандартно. Что еще? Гриль небольшой, соответственно, его можно спокойно разместить на кухне, готовить лаваш, если вы захотите. Какой-нибудь этот самый... Как оно называется? Уже забыл. Шаурму можно делать. Так, тут у нас что? Ну, как обычно, то есть провода. А, это индикаторы, да? Ну, вот больше-меньше нагрев. Мы его открываем. А, это спайна. Что он до конца не открывается на 180 градусов? А, вот так. И шкуры мешают. Вот, и можно тут готовить. Такое интересное. Ну, а вот отверстие для слива жира. И сюда устанавливается вот этот вот лоточек, куда стекает жир. Вот такой вот у нас интересный гриль. Завтра будем готовить. Посмотрим, что из этого получится. Это технологическое отверстие.